В 2020 году в Одинцовском городском округе установят еще 2414 видеокамер. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов в своем ежегодном обращении к жителям. По результатам прошлого года наш округ стал лидером Московской области по количеству камер. Всего их 4443. Это важный элемент в обеспечении безопасности, поэтому видеонаблюдение появится во всех многоквартирных домах округа, кроме малоэтажного и аварийного жилья, подчеркнул Андрей Иванов.